несусветные игры. Ребятки, всем привет! Меня зовут Ваня Корнеев, и это шоу «Залети на бит», в котором нужно схватить микрофон быстрее своего соперника и залететь на бит с правильной песней. И сегодня у меня первый в истории актерский выпуск. У меня в гостях человек, легенда моего и, наверное, вашего детства тоже, Филипп Бледный. Сколько? 30 лет на сцене, он мне сказал. И девчонка, которая становится легендой прямо сейчас на наших глазах, и, возможно, вам сейчас 7-8, вы смотрите, и такие, через 10 лет вы встретитесь. Полина Денисова! Так, прежде чем мы начнем, вот были комментарии, Филипп такой, я все мимо. Полина такая, это кринж. Вы давай базу, мы настолько мимо музыки. Да. Да? Да. Ну, реально. Но, с другой стороны, Поль, ты украсишь это шоу твоей красотой, а ты? Я просто помолчу и постою. Своей улыбкой. Да. Звучит как ингредиент невероятно огромного количества просмотров. Так, ребята, смотрите, ваши категории сегодня. Я реально долго старался, долго голову ломал, чтобы нам было интересно. Итак, дискотека 90-х, Филипп, это туда. Иньяс, треки на иностранном языке. Хиты 10-х, которые стали популярны в 2010-х. Сериалы. Это вообще новая фича. Мы будем делать саундтреки заставок сериалов. Вам нужно будет угадать не песню, а если сериал. Если там не Ума Турман в корзине сразу. И хиты последних лет. Ну, это для тебя. Давайте решим, кто первый начинает. У нас традиционное скидывание. Оля начинает. Хотим скинуться? Ну, давай. Нет, вы как решите. Ты покажешь ножницы? Да, давай. Цу-е-фа, цу-е-фа. Опа, Филипп. Сказал, можно это показать? Ну, начинай ты. Ну, замечательно. Формальное скидывание было, получается. Полин. Начинаю. Расстраивает, что вот здесь ничего не появляется для нас, поэтому, когда смотришь, то прикольнее. Ты такой, я выбираю вот это. Можешь потрогать, мы под твою руку адаптируем это. Можно? Это хиты 90-х. Каковы они на ощупь, брат? Ну, пахнут 90-ми. Так, понял. Так, я выбираю последнюю категорию. Хиты последних лет. Да. Там, где ты просила выдать базу, да? Да, это база. Ну, давайте попробуем. Погнали. Итак, хиты последних лет. Филипп против Полины. Напоминаю правила игры, что как только врубается трек, у вас появляется возможность схватить микрофон. Ты готова? Кто первый это сделал, у него есть 3 секунды преимущества. Мне не важно, кто поет, мне важно название. При этом, если не знаете название, мотив напевайте, я понимаю, что вы знаете. Засчитываем балл. 3 секунды истекают, может включаться ваш соперник. Итак, поехали. Ну, давай прям база-база. Давай. Легчайшая для, надеюсь, величайшей. Поехали. Раз. Человек, человек. Да ладно! А мы любим мёд. Давай, да. Как? Чего? Ты специально это сделал? Ты мимикрировал? Ты расслабил мою хватку, расслабил ее хватку? Откуда вообще? Из каких чертов разума ты достал? Ну, на самом деле, тут такая штука. Я меломан, я слушаю все подряд. Мне все равно, главное, чтобы качало. Ну, этот трек я слышал. Под этот трек он просыпается. Но редко, знаешь? Под этот трек он вырывается вперед. А ну ты знала? Конечно, знала. Ну а что ж тогда? Я оказался быстрее. На долю секунды я. Как ганфайтер стою такой. Не-не, ну мы, ну 3 секунды мы позагружались, но потом произошло. 1-0. Теперь ты выбираешь, Филипп, ты выбираешь категорию. Дискотека 90-х. Иньяс, треки на иностранном языке. Давай, Иньяс. Иньяс? Улетели. Ну давайте. Есть база-база, old school. Есть что-то поновее. Какие пожелания? База-база. Нам сегодня по базе. Ну пока это нам не помогает, Полин, честно говоря. Пробьем по базе. Ну давайте попробуем. Раунд под номером 2. Shine bright like a diamond, Риана. Да, это правильный ответ. Yeah. Like diamonds. Ну, я думаю, что я бы секунд через 5 только узнал. Потому что вот по такому минусу я прям думаю, что... Ну, это база-база. Это вообще... Ну, это аплодисменты причем... Полине за первый балл. Это настолько база, что это я специально легко просил у Даши, у менеджера Поля, твой плейлист, и я из него достал сюда. Да. Это не обязательно было вставлять. Почему нет? А можно это... Я за правду. Просто... Но, кстати, это единственная песня из этого плейлиста, поэтому все. Больше никаких поблажек скажи, нет. Скажи, я могу... Я попала. Скажи, в кадре могу себе так позволить сделать. Повернуться в кадр. Скажи. Пожалуйста. Привычная переговорим, переговорим. Итак, дискотека 90-х, Иньяс, хиты 10-х, сериалы, хиты последних лет. Мне интересно, что такое за рубрика «Сериалы».
Да, согласен. Смотри. Я не шарю. Согласен. Нет, Бомби. Это а сериал. Русский сериал или нет? Конечно, исключительно русские, исключительно легендарные. Сериалы, которые начинаются. Если как... там будет минусовка из «Игры сразу... престолов», мы такие па-па-па-па-па-па-па. Он знает! Нет, но тут вы угадываете не название песни, а название сериала. Это важно. Папины дочки Ума Турман. Вы думаете, что я настолько примитивен? Я, конечно, такой, но не с первой песни в этой Ладно, категории. Давай. Вы давайте, понимаете. Сериалы. Да, давайте сериалы попробуем. Ой, ну интересно. Начинаем с базы, ребят. Ну, давай. Это прям база. Мухня, да? Возможно, даже для тебя давай. База. Поехали. Бригада. Серьезно? Ну это 90. Дэч. Это прям сейчас, мне прям аж мурашки. Да, настолько? Да. Поль, был это шанс? Это моя юность. Нет, шанса не было. Я в институте учился. Да, и мы видели этих людей, которые подъезжали на черных бэхах к нашему институту. О, да, счет 2-1. Ваши аплодисменты прям уверенно вырвал, уверенно. Это, кстати, новая рубрика. У нас, во-первых, там еще два трека осталось. Во-вторых, давайте наберем 20 тысяч лайков, и мы чисто сделаем вот такой вот выпуск. Будем отгадывать сериалы и кино, и другие разные фильмы. Позовем ребят, покайфуем. Так, выбирай, пожалуйста, Филипп, категорию. Дискотека 90-х. О, ты хочешь вырваться вперед, я правильно понимаю? Нет, я просто хочу послушать что-то прикольное. Ну тогда не бери его, ладно? Давай. Что ж. У меня руки за спиной, смотри, в замке, видишь? Полин, каковы? Ну, вот так. На пчела я пчеловед, я вообще не поставил бы и рубля на то, что ты угадаешь быстрее Полины. Так что, возможно, Полин сейчас будет реверс такой. Поехали. Да. Раунд под номером 4. Знаешь? Ну, может быть, ты возьмешь? Нет? Эй! Ну, давай, ну бери. Блин, нет, до сих пор я нет. Я не знаю, давай бери. Далеко-далеко птичка улетает. Я не помню, какой там. Это Иванушки Интернешнл, да, естественно. Но это недалеко-далеко. Вообще не моя. А какая? Минус-то такой. А что это? В первый раз в жизни я иду гуглить текст. Открой текст, посмотри. Давайте так. Тополиный пух пошел выяснять. Далеко-далеко парус уплывает, Филипп. Ну кто знал, что ты знаешь? Ну начало... кто знал, что мне 36 лет, да? Начало третьего куплета аж, до которого надо еще скроллить и скроллить. Далеко-далеко ты вырываешься вперед. Человек, который говорил, что я сегодня, по идее, должен проиграть. Ну и что-то как-то 3-1. Неприятненько. Согласен с тобой. Дискотека 90-х еще два трека есть. Иньяс два трека есть. Хиты 10-х не пробовали. Сериалы два трека и хиты последних. Сериал добьем или нет? Ну давай. Что ты хочешь? Давай сериал. Давай сериал добьем. Ну сейчас опять будет. Ладно, ну бригада это вот старая для тебя, да? Давай попробуем. Для меня нет. Ну я не знаю, что старое для тебя. Для меня старый бандитский Петербург. Да? Ну это даже для меня старый. Итак, поехали. Это тоже легендарный сериал. Полин, если не попаду, не обессудь. Поехали. Раз, два. Воронины! Меня сейчас просто перекинуло в детство. И, кстати, тоже снимал Сан-Саныч Жигалкин. Как и первый сезон. Что ж, и это бал по линии. Ура! У нас 3-2. Эй! У нас 3-2. А что ты расстроилась-то? Ты же взяла бал. Если честно, я когда брала, я понимала, что это играет где-то у меня на подкорке, но я не помнила, что это. Я хотела сказать папины дочки первой реакции. Да? Серьезно. Ну, это не они. А есть ощущение, что ты тоже узнал, да? Я нет. Да, ну хватит играть, актер. Выйди из роли. Так. Абьюзивные отношения отца и дочки. Ну, прямо сейчас. Полин, ты выбираешь. Дискотека 90-х, Иньяс. Нет. Хиты 10-х, сериалы или хиты последних лет? Ну, давайте снова по базе хиты последних лет. Ну, по базе, по которой у нас пока особо не получается, я правильно понимаю? Нет, вот сейчас. А у нас сколько? 10 раундов? Да, а уже 5 прошло, счет 3-2. О, понятно. И ты двигаешься максимально на уверенном, я тебя. Да, я вот тут стану. Понятно. Не-не-не, ну давай, ты. Ну, если подыгрывать дело, это незаметно. Согласен. Она базу выдает прямо сейчас, и я втыкаю в базу, чтобы счет стал 3-3. Поехали. Так, давайте. Время пострелять. Не лето. Не лето? Да, это песня «Любимка». «Любимка», да. И это 3-3! Очень похоже с «Ягода малинка», честно говоря.
Уважаемый, но это не она. Уважаемый Нилет один и Хабиб, лейбл писал, видимо. Можете пожать друг другу руки, а у нас 3-3 интрига. По базе мы успешно пошли в этот раз. Есть еще здесь одна песня. Я можем... просто вступление, это очень узнаваемое. Можем пойти в сериалы, там тоже есть один еще сериальчик. Хиты последних лет уже сказали, хиты десятых ни разу не пробовали. Иньяс, хиты 90. Что думаешь? Может, Иньяс? Давай. Ну, я ничего не знаю. В смысле, Ариану кто угадал? Ну, Риана, это моя подставная была песня. Нет, ты как хочешь, смотри. Давайте, давайте. Вряд ли хиты десятых тебе что-то дадут. Ну, почему это? Ты знаешь, как я отрывалась в машине у папы? Под десятые года. Окей. Под что? Под что? Давайте десятые, хиты десятых. Давай хиты десятых попробуем. Сейчас вот. Филипп опять все рвет. Вот заодно и посмотрим, давай, ладно, под что отрывалась ты. Попадем ли мы в то, под что ты отрывалась или нет? Поехали. 3-3 так-то. Мама Люба, давай! Попали! Прямое попадание, Яночка, смотрите, серебро, как. Да? А? Серебро. Серебро? Да. Да? Наша кроватка делала шик-шик. Неплохо, неплохо. Неплохо. Меня сконфузить очень тяжело, но это в копилочку. Я нашла свою рубрику. Да? Да. Остаемся давай. Здесь? Остаемся здесь. Что ж. Погнали. Хорошо, 4-3, но мне не нравится. Филипп, ну, ты рано что? Расслабился. Я не расслабился вообще. Ты напрягся, да, после шаг-шаг? Я очень. Что? Есть песня легендарочка, в ней внутри будет запрятана подсказка. Давай. Так что слушайте внимательно. А это вот врезка текста? Ну, типа того. Я понял. Не поняла. Не поняла? Нет? И солнце! Она вернется! Она вернется! Я надену ей кольцо на пальчик. На самом деле, это вообще это основная болезненная линия нашего сериала нового. Так. Да? Да, ну типа все же говорят, когда вернется мама. А. И я вот, это песня моего персонажа. Так я же знал, но ты долго загружался, но вот... Ну... Но вообще по вступлению минусовки я бы не угадал никогда. Но специально для этого. Да, там, кстати, спасибо. Почему-то я нашел минус, где есть бэк-вокал, высокий то лицо. Да-да-да-да-да-да. А то ли голос я прям узнаю. А на то лицо и вот так вот нашептал тебе правильный ответ. 4-4! 4-4! Интрига жесточайшая, и у нас все еще есть категории. Какие? Хиты последних лет — одна песня. Хиты десятых — одна песня. Сериалы — одна песня. Иньяс — две песни. Хиты 90-х — две песни. Ты выбираешь. Давай любой, давай. Десятых? Или сериалы последние? А может, давайте сериалы добьем. Сериалы добьем? Так, ну сейчас опять нулевые, вот это все, да? Я так, вчера «Брат» смотрела. Так, сериалы. Давайте попробуем. Молодец, хвалю. Такие сериалы, которые, ну, вы в целом смотрели вместе, чтобы было поинтереснее. Давайте. Поехали. Раз. Папины души. А может быть, ты споешь песню? У меня причем это был рефлекс, это не я сделала, это просто... Нет, да. Подождите, это из финальной заставки, это не минусовка для песни. И она не может спеть под это. Не это может, финал, не может, но ты настаивал, и я не стал. Это не на стал, титрах, я да. Говорю, а вдруг она все-таки допоет, да? А я это видел, то, а я видел, как Поля поет эту песню. Как? Мы когда были на при... Когда? Отлично, как и все, что она делает. Поля, а можешь спеть? Поля, можешь спеть нам? О, нет! Ну, пожалуйста, ну просим! Жизнь иногда выпускает жало, скрывая прошлое, словно вирус, минус. Да. И в годовщину свадьбы сбежала, сбежала. Все. Ну что ж. Ну хорошо, хорошо. Кроватка делала шаг-шаг, было увереннее. Хорошо, да. Где-то в углу плачет Володя Крестовский. Здесь просто тональность, она не очень... Да, я согласен. Она неприятная. Ну ты слишком низко взяла. Либо брать высоко... Да, ну, а ты не распелась перед этим. Ну, я не Ариана. Тем временем, счет 5-4. Полина, ты не Ариана, но ты лидер в этой игре. И перед последним раундом ты выбираешь категорию. Сериала больше нет. Хиты последних лет, хиты десятых, и я с хиты 90. Давай вместе выберем хиты последних лет. Давай, малыш, давай. Хиты последних лет. Ну, блин, ну ты же вывела один раз, значит, есть шанс. Что ж, хиты последних лет. Ты вот ушла туда, где можешь забрать победу.
Но пчеловода-то мы все помним. Да. Мы все помним пчеловода. Давайте. Что ж, давайте, хиты последних лет. Выбирай такую песню, чтобы у Филиппа были шансы. А мы можем «Ничушку»? Погнали. «Ничушку»? «Ничушку». А «Ничьюшку»? Это ты, это я, между нами молния, Димка Билан залез. Это неправильный ответ. А, это... Это «Пирожков». Это ты. Зацепила «Пирожков» меня. И это 5-5! Он вырывает из-под носа у Полины победу! С электрическим разрядом 220... Это эта песня? Нет. Вот смотрите, они просто все похожи. Ну да, так в принципе. Как Полина чувствует мир музыки. Любимка и Хабибка похожи. Дима Билан и «Пирожков». Это я, между нами молния, с электрическим разрядом. Да, а тут зацепила меня. Это что такое? Оцепила меня, да, пара? Филипп, ну это, слушай, это самый впечатляющий камбэк в истории нашего шоу. Давайте поаплодируем Филиппу. Ему балл или мы переигрываем? 5-5, и мы выходим в суперфинал. Где Филипп выбирает категории уже. Ну давай, давай, давай. И теперь ты решаешь, где вы вместе должны решить, в какой категории вы будете. 90-е. Дискотека 90-х. Иньяс. Еще раз, еще раз. Дискотека 90-х. Так. Иньяс. Так. Хиты 10. Ну, все. Все, 3 осталось. Я пролечу. Иньяс? Давайте Иньяс послушаем. Да? Да. Ну, смотрите, я включаю легендарочку. Вот такую же базу, как Риан. Давай. Чтобы у нас у всех были шансы. Да победит сильнейший. Я видел, что Филипп перестал в какой-то момент поддаваться. Включился. Счет-то у нас реально 5-5. И поэтому интрига бешеная. Если бы это было 8-1, было бы неинтересно. Да, спасибо большое, что решил включиться. Суперфинальный раунд. Поехали. Ну ты прикалываешься? Нет. Такие батлы длинные у нее, кудрявые. А, поняла. Камарера, камарера. Да! Да ё-моё! Эй! Эй! Шакира, Шакира, Шакира. Да, умница. Вау. Блин, ну хватит. Это была нечестная игра. В данной игре, конкретно в данном раунде, слились и «Залети на бит», и «Крокодил», и «Танцы живота», и просто и «Элис». Я просто вспомнила сразу рекламу «Активия», где она зашла. Шакира была в рекламе «Активия», она об этом не знает, правда, но она была. Да, и на рекламах парикмахерских в Иваново. И в этом... В выпуске нашего шоу достойно сражался и мог победить Филипп Бледный. Спасибо, спасибо. Ну, благородно решил отдать дорогу молодым, но побеждает Полина Денисова. Спасибо, спасибо. Поль, ты умница, я тебя поздравляю. Я там живу, да? Ну, вот, а вы в комментариях сами напишите, согласны вы с действиями Филиппа, не согласны. Ну, а что нет, Полин, приятно, приз все равно нет никакого у нас. Нет. Так что, ребят, спасибо вам большое. Это было спасибо. Весело. Смотрите папиных дочек и старых, и новых. И пишите в комментариях, кого позвать в следующем. Пока-пока. Пока-пока. Несусветные игры.